Всем привет, ребята, с вами я, Суникто. Сегодня я буду играть в игру под названием Спектр. Это игра про призраков. Она не очень, ну, она такая, блин, чуть страшная, чуть прикольная, что-то в этом роде, вот. Ну, приятного просмотра вам, аппетита, если вы кушаете. Ну, поехали. Так, в общем, что мне надо? Во-первых, давайте создадим лучше приватку. Добавим всякой фигни. И пойдем на Family Home. А, так, звуки. Есть, все. Так. Вот идет, идеально. Наконец-то я вернулся. Меня не было 2 месяца. Да. Так, наконец-то меня тэпнуло. Сейчас мы подождем, пока эта штука прогрузится еще вся. Также для тех, кто хочет установить шейдеры, ребят, не пытайтесь. Шейдеры это теперь как читы, типа стороннее ПО. Да, я сам пытался, но вот крест. Но что-то не вышло. Так. Понял, принял, обработал. Пошли. Ридер, так, ну, нам надо в идеале все 4 задания, точнее, вот эти вот. То, что вот это вот выполняется, когда ты выходишь уже из катки, когда катка заканчивается. Так. Нажимаем на Т, чтобы такой фонарик у нас был. Можем как бы и в руке его держать, но не надо еще держать. Ем флешку. Обычно тут у меня все. Опа, началось. Ну, если это подвал, то я не пойду. Так, сейчас можно сдать скример, если сейчас пойду на второй этаж. Поэтому я лучше звук нафиг. Почти. И прикрою глаза. Повезло. Не-не-не-не, давай свет включи, пожалуйста. Я надеюсь, вам слышно игру. А меня слышно хорошо, да, пойди. Ну, вроде. Так, шаги. Шаги. Если это подвал, то это реально, это будет плохо. Так, я еще сюда не хожу. По одному не хочется как-то ходить. Надо было все-таки с кем-то идти. Ну ладно, я, в принципе, если я сейчас выйду, я все потеряю, мне надо все будет заново копить деньги. Поэтому сейчас надо будет пойти в гараж и идти уже в подвал. Игра в описании. Можете смотреть, играть, не знаю. Но ночью играть не советую. Совсем. Особенно если после просмотра фильма «Астрал». Ну, тогда я вам вообще не советую. Так, вот тут пойди. Не, там не будет места, где спрятаться. Окей.
вода сейчас будет. Пока ничего нету, но сейчас мы это исправим. Так. Я думаю, то, что EMF Reader. Читатель частот. Можно ставить, я думаю, здесь. И пойти наверх. Давай, можно выключить. Спасибо. Спасибо. Правда, мне это, походу, ничего не даст там, вроде. Но одно задание мы вроде бы выполнили. Так, и вот еще можно. Да-да-да. А мы уже два задания. Ничего себе. Два задания. Нам надо, короче, еще вот это. То есть нам надо, чтобы тут 10 было акцентов. И... Получается, разговаривать там, freezing temperature. Я, наверное, сейчас с камерой сажу. А, хотя камера это бесполезная вещь. Поэтому я ее поставлю вот так. И возьму, к примеру, вот эту штуку. Это у нас термометр. У нас свет отключился. Да. Смешно. А не, все нормально. Просто на кухне нет. Не, давай без этого. Я не хочу опять сейчас ходить и включать все подряд. Ну ладно. Кстати, читатель вот этих вот частот, он успокаивается, когда я из дома ухожу. Идеально. Банши. Но банши неспокойный, банши. А, я на монтаже посмотрю, там я слышал звук силуэта. Слышал? Ставьте лайк. Ладно, пошли. Пока что все спокойно. Пока что EMF5 нет. Потому что если это EMF5, это банши. Не, пошел в жопу. У меня есть крест. Я спокоен. Я спокоен. Я спокоен. Все, пошло в жопу. Так. А, стоп, тут уже можно на шифт бегать, я забыл уже совсем. Я играл вроде недавно. А так. Фонарик лучше взять. Поэтому крест тоже надо обязательно. Крест это обязательная штука. Значит, у нас уже есть freezing temperature. Отпечатков пальца не будет, по-моему, если там они могут быть. Так что тут либо врати, либо spirit box. Но если это демон, а если я еще виндиго, это может быть виндиго. У меня есть предположение, но такого нет, то есть фингерприца, отпечатка пальца вряд ли будут. Но я не уверен. Сейчас мы это узнаем. Корпс. Эту штуку я тоже буду проверять. Поэтому давайте пока что так оставим. И пойдем с книжечкой. Потом я опять уйду за рацией. И все будет хорошо, если она напишет. Почему она? Потому что там написано имя этого
имя призрака, там написано. А, не-не-не, тут могут быть отпечатки пальцев, поэтому... Напиши! Напиши! Не? Ну ладно. Блин, мне так не хочется эту штуку идти брать, потому что, когда демон говорит, призрак говорит, надо выключить свет, это первое. Блин, промахнулся. Первое, надо выключить свет, второе, когда призрак говорит, это немного страшно, говорит страшным голосом. Тем более, если там определенные фразы, они воспроизводятся мужским голосом. Кстати, вот. Анна Дэвис. Анна. Ну, типа вот, это она, поэтому я так говорю. Сэнти сода. Давайте выпьем. Хоть мне надо и 10, но нет, спасибо. На меня так призрак находит. Все, у меня теперь соточка. Соточка Сэнити. Психика. Смелость. Не знаю. Обосрался бы. На монтаже я увижу, что... Так, первым делом ставлю крест. Потому что это опасное дело. Закрываю дверь. Хотя не, крест нахрен. Блин, может быть, мне лучше выйти? Ну, блин, я что-то все... Головы у меня нету. Посмотрите на тебя. Тихо. Была МФ5. Для тех, кто не понял, что такое МФ5, это когда вот этот вот уловитель частот показывает красненькую, то есть вот все 5 точек вот этих вот. Последняя красненькая. Это, ну, то есть, типа, самая опасная фигня, это когда призрак близко. То есть после вот этого вот появления его силуэта стало красным. Ну, МФ5. Вот. Было МФ5. Если оно будет разговаривать. Оно не пишет. Ладно, все, давайте будем просто сейчас надеяться и просто уйдем. Просто уйдем в надежде то, что оно реально будет работать. Я надеюсь, что я сейчас угадал, потому что я не хочу тестить этот транси. Я не хочу тестить. Я буду это только в публичных соседях делать. Одному это страшно. Я не хочу рассказать своих не в игре, в реале. Поэтому сейчас пойду в публичную сессию. Включу себе музычку на задний фон. Хотя не, лучше не буду. Мне могут выдать кое-что. Team left. Team. Так. Уезжаем. Хоть бы это было то. Мэр. Кобыла. Так. Сколько у меня? 153 бабла. Так. Давай. Челик. 1-5-4. 1-1-6. Добавляем все это вот все. Малихон. Или челят. Изи. Все. Теперь...
просто ждем. Просто. Сколько? Все, ждем, ждем, ждем. Естественно, берем красный фонарик. Что это самая лучшая идея. Также я беру книжку и вот эту штуку. Тык, круг, фикс, тык, круг, фикс. Вроде правильно написал. Нафига нам санити соды? Действительно. Так. Let's go in this first room. Дай сюда. Что, нету? Спидраним. Опа, 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 опа.
В принципе, мы, по идее, все выполнили. Да. Ожидаем, пока вот время истечет, и мы сможем тогда отправиться. Окей. Ну, я же говорил. Ну, короче, игра очень прикольная, очень страшная. Если вы играете с друзьями, то будет прикольно, не страшно. Если... Да. Почему я не играю вот в Спектр 2, да? Давайте я сейчас зайду просто в одну катку и покажу вам, что тут. Фу, блин, ё-моё. Надеюсь, опушки не будет. Я очень на это надеюсь. Хотя, по идее, вся рокбоксерская музыка, она вроде бы без авторских прав. Давайте просто начнем. Тут, кстати, все есть. Можешь сам говорить, что хочешь. Я сейчас все уберу. Я вам покажу, постараюсь показать, как каждый. Motion сенсор тут такой же. Марихон тут немного изменили. Он стал другим, он стал более сложным, давайте так скажем. То есть вы видели, как он там был в первом спектре. Вот была. Какой был автор? Вот. Книжка тут прикольная. Вот это прикольное, вот это. Ну что с вот этим вот? Что за упор-то фигня? Можете сказать? Дальше камера. Ее нельзя поставить. Нельзя. Все. Нельзя. Кресло нормальный, не металлический. Хотя я не знаю, какой он должен быть. Дальше. Рация. Телефон. Термометр. Единственная прикольная штука, которая мне нравится здесь. Книжка тоже прикольная, согласен. Что это за звук? Что за пук? Дальше. Вес нормальный. Только меньше, правда. Кока-коля. Сусосоля. Тоже нормально, но тоже меньше. Вот. Peace таймер. Хотя бы пишут, что он обозначает. Призрак будет атаковать вас в течение вот этого вот времени. Единственное,
Нафига ему решетки? Она может вверх открываться, не вот так вот. Вот поэтому я в это и не играю. Вот и все. Вот так вот. Ладно. Всем, кто смотрел, спасибо. Все, кто досмотрели до этого конца, подписывайтесь. Будет много разных приколов, много новых видео. Это обязательно, без этого никак вообще. Ну, и с вами был, как всегда, я, Соник Тут. Ребят, всем удачи, всем пока. Давайте. Да. Board in a house and I'm in a house, boy. Board in a house and I'm in a house, boy. Board in a motherfucking house, boy. Board in a motherfucking house, boy. Board in a house and I'm in a house, boy.